хороший, посмотрите, как мне делать маникюр и какие здесь еще услуги бесплатно. Стоимость маникюра. На спине у меня массажер. На глазах тоже, видите, делает массаж глазам моим. И здесь еще сзади вот они наложили провода. И ой, как хорошо. Ой, супер. Приходите в этот салон. Вот так проходит весь процесс. Посмотрите, какие у меня свои длинные ногти, крепкие. Этот именно гель высокого качества. Оно не портит ногти, а укрепляет. Вот мои ногти. В жизни таких не было. Сейчас, конечно, в процессе все будет мне чистить. Смотрите дальше, что будет. Сегодня нагулялась, а было 6-5 часов в этом салоне. Сейчас, посмотрите, мы пошли к мяснику. И вот сколько купили всего. И крылышки, и фарш купили, при нас помололи. И яйца купили домашние. И на, буду жарить такое мясо. Биштекс, биштекс мясо взяли, чтобы жарило. И суджук купила шкым. И курицу филе взяли. Короче, и хлеб взяли, и цветочки взяли. Все купили. Сейчас вот пошли. Здесь посидим. Какой у меня красивый фон сзади, не так ли? Бэшки мне цветочки купил сегодня. Подарил. Так устали. Находилась я сегодня. Я сегодня очень много находилась. На улице так хорошо, прямо хочется раздеться. Очень жарко. Идем сейчас домой, буду заготовить ужин очень голодный, как собака. Уважаемые друзья, сейчас я вам покажу, какую мы сделали мясную покупку, мясную закупку. Значит, смотрите, как приготовили нам биштексы, их отбили уже молоточком, вот так вот пленочкой и вот так завернули. Вот так делается все в Турции. Ашкул купил суджук. Ну, по-моему, здесь килограмм или больше. Даже не знаю, сколько. Купили мы вот такие вот крылышки с бедрышками. 24. Здесь 2 кило взяли мы. По 600 чем-то. Вот 3 штуки таких взяли. Купили. Так, вот купила я, значит, грудку куриную. Полкило мяса купили, яйца домашние, видите, домашние яйца купили. Вот сейчас на ужин купили такие готовые котлетки, кюфте. Приготовлю их, сейчас пожарю. А вот этот жир, нужно нам сказали, когда буду я запекать в духовке, сверху посыпать, и оно будет такое все, не сухое мясо. Ну вот смотрите, только вот мясные покупки, мясо, яйца, заплатили 360 лир. Ну и купила я кошар и хлеб в Биме. Кошар стоит 30 лир. 30 лир заплатили за все. Вот никак не выйдешь, чтобы не потратить. Ну а также Ашкин купил мне такие цветочки. Сейчас поставлю их в вазу. Погода замечательная. Даже так приятно чувствуется, что пришла весна. Но думаю, что еще будет холодно. Буду готовить ужин. Друзья мои, Ашким охотится за мухой. Хады, Авланмак, пошла. Такие моменты, как можно не записать на видео? Нету. Все. Где муха? Нердесине. Муха, скажи по-русски, муха. Муха.
Муха! Муха, скажи! Моди-моди. Моди-моди, по-грузински говорит. Ашки марка да сыни нарка да. Она тебе на голову села, муха. Вот так мы развлекаемся вечерами. 12 часов ночи. Начинаем подготовку к дню рождения. Заранее замаринуем мясо, курочку. Еще курица не разморозилась у меня. Вот для мяса, для стейков приготовила, сама все делаю, такой соус. Здесь лимон, красный перец, черный перец и вот кикет, тимьян. И сейчас я это все замариную в нем. Сейчас думаю, какую посуду взять. После 12 часов ночи позвонила моя дочка, только что написал сын, позвонила первая моя, написала сообщение Мариночка Кира Косян из Москвы. Так приятно. И вдруг тут Ашкым. Что-то не идет. Интересно, а куда это он делся? Идет или не идет? Идет. Если бы его видели, вообще цирк был. Ады. Ашки, доом гимн кутовсу. Сана хедия алдым. Тешекер эдерим, Ашки. Беэнди мэ? Ичо, беэнди ю. Ашки, дур, отур бурада. Отур. Посмотрим, что мне Ашки мне подарил. Друзья мои, ту коробку, которую мы получили по почте, он мне не дал открыть, не посмотреть ничего. Это была мечта моя. Посмотрите! Бебелиз, бебелиз! Как раз на мои новые волосы. Бебелиз, аж ты... Бебелиз, я. Ой, отчасти. Кырма, спасибо, мой дорогой, спасибо.
спасибо, спасибо. А ну-ка сейчас посмотрим, Машка, ты воробахи. Дай-ка нарвутую, Машка. Я так хотела это. Как раз я до этого хотела купить утюжок, думаю, у меня закончился. И я ему сказала, говорю, я хочу. Ты на чем? Да, эй, Джон, нормально. Так нервничает, эй, Джон, ёрмчок. И нервничаю. Янушка. Тоже не может открыть. И я так нервничала, друзья мои, что это? Какой нервничала, говорю. Ну, не буду верить. Как раз насадки он начинает, а с насадки мне. И я сказала, говорю, на мои волосы надо новый фен, вот такой хороший. И он это запомнил. А ну-ка сейчас, Ашки. Дал, представляете, посылку получить до этого, сколько дней. Ну я почувствовала, что это. Ура! Уже достаточно говорю, а? Сейчас у меня будет супер. Башка йог побершей? Не варор, да. А, еще такая надо оставить. Башка не вар. Не вар, а шкин гюстеры. Вер, гюстеры. Да, леверес вар. Бу, что нужно сказать? А, это для длинных волос, кудри. Да. Бу, не ашки. Это фен, саджи крут махчи. А, фен. Так есть. Ты шаки радири. Еще дейс. Не демек. Ашки вам. Дождалась. Вот это мне нужно было сейчас. Эльдвене де вар. Ой, перчатка. Покажи, Гёстер, Эльдвене. Эльдвене де вар. Перчатка. Аркадаш. И варса. Все. Ашка, чок, ты же кирай, ты не кадар бутую, керчик. Я так хотела вот этот фен. Стиром видим, блин, все. Стиром. Он и кидал воду меня. Я что так это, сегодня что-то вчера или позавчера просквозила, и сегодня вообще никакая. Вот мое день рождения, только раз в году. Как хорошо день рождения. Ашкин, как чешин даем? По 35. 35, говорит, ура! 35. Так что, друзья мои, сюрпризы начинаются. Ну, а я сегодня кое-что там подготовила, замариновала мясо. Вы это видели в видео. Ну и завтра будет, наверное, самое интересное. Я также жду, пригласила некоторых гостей. И посидим в уютном, в уютной компании. Посмотрите, что будет дальше. Ну все, спасибо большое. Будем сейчас получать. Я буду поздравления от моих друзей, подписчиков. Ну а вам приятно. Спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Пока-пока, Ашки. Пока-пока.